Книга «Открытым оком», тема «Священство», вопрос 26, том 26, вопрос 3862. Почему священникам нельзя самим резать овец, которых он держит, а мясо этих овец ему есть можно? Если резать грех, то он пользуется плодами чужого греха? И слышал, что священник не может охотиться с ружьем. У Лескова описано, что диакон охотился на дров, и его запретили в служении. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос не по Библии. Апостолы сами резали барашков и сами же ели их. Евангелие от Матфея 26:17. В первый же день опресночные приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Согласен, что если нельзя, то пусть и не едят. Можно и так понимать, что если зазираешь какой-то труд, то и плодами этого труда не пользуйся. 2 Фессалоникийцам 3:10. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. По дороге лесной, по широкому лугу, с дальнобойким ружьем осторожно иду, шарит ствол по кустам, озирает округу и пощаду в себе, воплотив и беду. Путь от жизни до смерти в мгновение короче, я ведь ловкий стрелок и без промаха бью. Для порхающих птиц и парящих и прочих, чем же я не похож на пророка Илью? Вот разгневаюсь я, гром и молния грянет, и настигнет стрела, и прощай, синева. Вот я добрый опять, как бы солнце проглянет, улетай себе, птица, оставайся жива. Только птицы хитры, улетают заранее, мол, на Бога надейся, но лучше в кусты. И проходит гроза, никого не поранив. Злой ты, Бог, из доверия выбился ты. Впрочем, вот для разрядки достаточный повод. На березе скворцы, у скворечни своей, белогрудая ласточка села на провод. Восхищенно глядит, хоть в упор ее бей. Так за что ж ее бить? За доверие, значит? Для того, чтоб она нелюдимой была, та, что даже детишек от взгляда не прячет и гнездо у тебя под окошком свела. Ты ее не убьешь и пойдешь по дороге, а не имеет в стволе окаянный свинец. Пущи глаза, о, с громом и молнией боги, берегите доверие душ и сердец. 1961 год. Владимир Солоухин. Книга Сирахова 11.6. Не гневайся на всякое оскорбление на ближнего и никого не оскорбляй делом. Сирахова 23.22. Бросающий камень в птиц отгонит их, а поносящий друга расторгает дружбу. Поверьте, первая ошибка не страшна, и первая обида не важна, и самый первый страх сродни испугу, и коль в твоей судьбе случилось вдруг, что в первый раз тебя обидел друг, не осуждай, понять попробуй друга. Наверное, на свете не найти людей ни разу, не сбившихся с пути, сердец ни разу не окутанных туманом, и коль у друга твоего стряслась беда, сказал не то, не тем и не тогда, его ошибку не считай обманом. Друзья, что глупый промах мой кляня, когда-то отказались от меня, для вас всегда мой дом открыт, входите. Всех, кто со мной смеялся и грустил, люблю как прежде. Я вас всех простил, но только и меня, друзья, простите.
Расул Гамзатов. Екклесиаст 7:20-22. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Покуда грозна ночь глухая царит над сонною землей, и лишь вдали заря золотая горит отрадной полосой, покуда мысль в оковах дремлет, покуда видят стыд в труде, покуда человек не внемлет призыву к свету и борьбе. О, муза, светлый мир мечтаний и песен счастья резвый рой, забудь для горя и страданий, для битвы с непроглядной мглой. Пускай твои святые звуки борцов уставших оживят, и в их сердцах тоску и муки надеждой светлой заменят. И грозный крик негодования, промчавшись звучно над толпой, подымет светлое сознание и знамя истины святой. Туда борцы под это знамя, вперед уверенной стопой, пускай любви и веры пламя во мгле согреет вас с собой. Вперед, борцы, на вой жестокий, за свет великий и святой, со мглой тяжелой и глубокой, смертвящей, безотрадной мглой. Притчи 24:11-12. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Про меня говорят, он, конечно, не гений. Да, согласен, не мною гордится наш век. Интегральных и даже других исчислений не понять мне, не тот у меня интеллект. Я однажды сказал, океан как бассейн, и меня в этом друг мой не раз упрекал, но ведь даже известнейший физик Эйнштейн, как и я, относительно все понимал. И пишу я стихи про одежду на вате, и такие, без лести, я б вот что сказал. Как-то раз мой покойный сосед по палате встал, подполз ко мне ночью и вслух зарыдал. Я пишу обо всем, о животных, предметах, и о людях хотел втайне, женщин любя. Но в редакциях так посмотрели на это, что, прости меня, муза, я бросил тебя. Говорят, что я скучен. Да, не был я в Ницце, да, в стихах я про воду и пар говорил. Эх, погиб, жаль, дружище в запое в больнице, он бы вспомнил, как я его раз впечатлил. И теперь я проснулся от длительной спячки, от кошмарных ночей, и вот снова дышу, в ожидании следующей снова пишу. 1950 год, Высоцкий. Евангелие от Матфея 25:20. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Пророк Осия 10:12. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскали Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Прославим, братья, сумерки свободы, великий сумеречный год, в
кипящие ночные воды опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, а солнцу судья народ. Прославим роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые связали ласточек, и вот не видно солнца, вся стихия щебечет, движется, живет. Сквозь сети сумерки густые не видно солнца, и земля плывет. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи, как плугом океан деля. Мы будем помнить и в лютейшей стуже, что десяти небес нам стоила земля. 1918 год. О. Мендельштам. Галатам 5.1.13. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Редко перечитываем классиков. Некогда стремительно бегут стрелки строго выверенных часиков. Часики и классики не лгут. Многое порою не по сердцу нам, а ведь в силах бы из нас любой взять бы, да, как Добролюбов с Герценом, и поспорить хоть с самим собой. Но к лицу ли их ожесточение нам, и любой сомнениями томим, нудно, точно Гончаров с Тургеневым припирается с собой самим. 1967 год. Мартынов. Евреям 3.8.13. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом?